Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Если что, я нахожусь внизу, в правом углу, поэтому не бойтесь, я здесь, я с вами, просто маленький квадратик. Потому что я снимаю через другую программу, потому что бодикам почему-то не записывает звук по как бы видоса, либо песни. Поэтому мне приходится снимать через другую программу, поэтому вебочка такая, пацаны, маленькая. Но надеюсь, то, что вам хотя бы так понравится, потому что я хотел снять реакцию именно с вебочкой. Буквально через 2 минуты мы посмотрим глобальное обновление, еще одно, по ходу, глобальное обновление. Обновление, которое выйдет на проекте Родин Ролеплей. А я вам хочу напомнить то, что я играю на первом серваке. Вся информация есть в описании под видео, как начать со мной играть. Поэтому не ленитесь, заходите в описание и начинайте вместе играть со мной. Потому что я частенько играю на Родине, провожу там стримы, и вы можете играть вместе со мной. Также я помогаю своим подписчикам, даю им деньги, принимаю в семью, поэтому вам будет со мной классно играть. Всем советую начать играть со мной на Родина РП. Повторюсь, все ссылочки есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет у нас реакция на новое видео по Родина РП. Здесь у нас очень интересное название, написано «Родина РП. Глобальное обновление. Небоскребы. Реальные районы. Системы лаунч-контроля». Вот это достойно, пацаны, реально. Это очень круто, потому что, знаете, такое затишье было. Вот глобалка вышла, и потом было затишье, пацаны. Потом было затишье, и сейчас выходит вот такой вот видосик, пацаны. То есть это было затишье перед бурей, пацаны. Это реально круто. Чатик там разрывается, 360 зрителей ждут уже начала этой премьеры. Это именно премьера данного видео, которому вместе будем с вами посмотреть. Честно, я не знаю, что нам там покажут, но я хочу на это записать реакцию, как бы именно первые мои эмоции, первое ощущение от того, что я вижу. Я надеюсь, то, что вам это будет интересно, потому что я, конечно, не сильно часто такие видосы записываю, особенно с вебкой, но я надеюсь, то, что вам реально такие видосы нравятся, я стараюсь как могу. Здравствуйте, друзья! Совсем недавно мы уже выходили с вами на связь и представляли вам... Так, пацаны, видосик, видосик! Пошла жара! Давайте посмотрим, что же нас ждет, пацаны, что же нас ждет. Бля, это так охуенно, когда они такие видосы делают. Новую родину, Родина 2.0. Пацаны, лайки, 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 давайте, быстренько, 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 лайкосики ставьте. Хотим вам сообщить, 17 и 18 октября на серверах будет действовать акция X3 Payday и X4 пополнение. Это охуенно, кстати. Если вы еще не играете на нашем проекте и случайным образом увидели это обновление и оно вам понравилось, то это отлично. Я надеюсь, то, что вам нормально слышно. Лучшего проекта в сфере криминальной. И меня тоже надеюсь, то, что нормально слышно. Перейдем непосредственно к обновлению. Первое, что мы вам покажем, это новый и обновленный транспорт. Прошла эпоха... О, модпак, пацаны. ...и плохо прорисованных машин. Да здравствуют новые, крутые и супер... Это уже интересно. На сервера будут добавлены такие модели, как Chevrolet Cruze, Chevrolet Corvette, Lexus LX, Mercedes GLE... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, полегче, полегче. Для армии и тюрьмы строгого режима. Неплохой такой список получился. Надеемся, что обойдется без... Красота просто. Просто красота, пацаны. Теперь предлагаю... Охуенно. ...на транспорт, который мы обновили. Первыми были обновлены автомобили премиум-класса. Mercedes E63S, Porsche 911, Mercedes CLS, Porsche Cayenne и BMW X5. О, нормально. Обновлены модели такси и грузовые автомобили дальнобойщиков. Ебать, X5M новый! Согласитесь. Сука, я хочу себе его. Я хочу X5M себе новый. Ебать, он пиздатый, ё-моё. Новые фуры, пацаны, новые прицепы. Охуенно просто. Охуенно, пацаны. Просто лайкосики, лайкосики, пацаны, лайкосики. Переделана система скилла для дальнобойщиков. Опа. Также повышена оплата за доставку топлива и оружия. Кстати, если... Заебись, у меня сотый скилл, максимальный скилл дальнобойщика на дальнобойщиках, это охуенно. Ведь в день обновления все автомобили автоматически обновятся и станут красивыми. Прямо как в сказке про Золушку, ну или как в передаче «Тачка на прокачку». Мы решили, что нельзя обновить машину и поставить ее в старый гараж. Поэтому мы обновили старые интерьеры гаражей. Теперь они выполнены в специальном... Ого-го! Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой, вот это кайф, пацаны. В будущем мы планируем организовать систему по обновлению собственных гаражей. Советую не пропускать обновления и не забывать про игру, ведь с каждым... Бля, охуенные интерьеры, пацаны, реально кайфовые. Интереснее. Просто кайфовые интерьеры. С радостью заполняем рынок недвижимости, поэтому мы добавили новый элитный район, который состоит из трех новостроек: ЖК Научный, ЖК Мира и ЖК Люксембург. Я думаю, что нихера себе достоинства не имеет смысла, ведь все и так видно. Но кое о чем все-таки стоит упомянуть. Каждый из домов оборудован настоящим подземным паркингом, в котором вы сможете бесплатно... Ой-ой-ой-ой, красота. В него можно будет через пикап. Красота просто. Или с помощью лифта. Это еще не все плюсы. 12-13 этажей. Очень крутую придомовую территорию. Ой-ой-ой-ой, надо будет квартирки, пацаны, ловить просто. Надо будет ловить квартирки по-любому. Это значит, что из ваших окон будет открываться невероятный... Блин, надо будет там квартиру купить по-любому, пацаны. Я, например, по-любому. Я всегда хотела квартиру с красивым видом из окон. Я надеюсь, что кто-то из вас реализует мою мечту хотя бы в игре. Ого, какие интерьеры, дядя, ты шо гонишь? Еще в окно видно все. Ебать, это охуенно, пацаны. Я хочу там квартиру себе, отвечаю. Я буду ловить себе там хату. По-любому просто, 100%. Буду себе ловить хату. Любую вообще, но лучше повыше. Считает, что красота и уют должны окружать игрока не только дома, но и в любой части. Так, это, по-моему, администрация, да, области. Мы обновили интерьер мэрии. Теперь интерьер... Нихера себе интерьерчик, блядь. ...приятных размеров и максимально похож... Ебать, он здоровый просто, это пиздец, пацаны, это жестко. Но красиво, пацаны, но красиво. Всегда у них все красиво. Обновление интерьеров не заканчивается. Ебать. Мы также обновили магазин ВЗС и интерьер центра занятости, в котором теперь появилась возможность... Ай-яй-яй, пацаны, ай-яй-яй. ...личных средств. Вот это, пацаны, охрененно. Мы решили затронуть в своем обновлении еще одну важную организацию. Военная часть, пацаны. Армию в Батырево. Внешне она будет максимально приближена к реальной военной базе, в которой некоторые уже могли отслужить. Охренеть просто. Охренеть, пацаны. Сдача военных припасов, а также переделана система воровства. Капец, это реально, можно сказать, что это глобальное обновление новое. Максимальной реалистичности привело нас к мысли о переделке еще одного места. Была проведена масштабная работа по перепланировке дворов в городе Арзамас. Мы переделали практически каждый двор и сделали его, опять же, максимально похожим на те дворы, которые вы видите в реальной жизни. Но не интерьерами едиными смогут порадоваться игроки среднего класса, проживающие в таких домах. В этих дворах появится очень много гаражей, в которые вы... Кайфово, пацаны, кайфово. Машины, чинить их и заниматься их кастомизацией. Просто кайфово. Добавлена система специальных светофорных индикаторов. Езда на машине станет комфортнее благодаря этому нововведению. Теперь, когда вы будете ехать по городу и впереди вас будет ждать светофор, этот индикатор поможет вам заранее понять, какого... Вон, видите, там индикатор сбоку был. Вам нужно стоять в ожидании. Вот это кайф, пацаны. Для покупки машин и квартир нужно работать. Все взрослые люди это понимают. И так как мы почти взрослые, мы установили 5 новых бизнесов с налогом 200 тысяч рублей. Это значит, что при вводе обновления вы сможете испытать удачу и попытаться их поймать. Также мы переместим 5 новых бизнесов, пацаны, из самых странных мест нашей карты. Для вашего удобства была обновлена система инвентаря. Мы полностью перенесли весь функционал инвентаря с Arizona Roleplay. Теперь на всех наших проектах будет одинаковый дизайн. А бля, пацаны, очень много нового всего. Реально, очень много. Когда уже видос закончится, я уже заколебался смотреть. Мы переделали систему Lounge Control. Очень много всего. Она будет доступна на всех авто премиум класса. С этого момента при зажатии педали газа и педали тормоза одновременно ваш спидометр преобразится и выведет подсказку с инструкцией о том, что нужно делать.
Блин, вот это тачки просто, пацаны. Знаете, когда я читала текст, я подумала, что именно в этом обновлении разработчики решили угодить всем, у кого есть транспорт. Мы обновили текстуру номеров для автомобиля, которые не прошли еще регистрацию. Также был обновлен объект светофора. Восстановлена и доработана система гаражей для фракции. Теперь часть организационных машин будет перемещена в паркинг. Были переделаны парковки полиции и больницы Эдова. Помимо парковок и гаражей, были доработаны дороги. Расставлено множество знаков. Блин, пацаны, просто кайф. Самое интересное, когда уже это все добавят. Когда просто? Я уже хочу. Хочу уже поиграть. Хочу уже пощупать, постримить. Парочку новых команд. Добавлена команда премиум для фракции, которая даст возможность лидеру или заместителю выдать премию всем членам фракции онлайн. Также была добавлена команда Point, которая даст возможность лидеру или заместителю фракции установить точку на миникарте всем членам фракции. На проект добавили новую систему аренды мопедов. Теперь вы сможете арендовать мопед в специальных точках. В следующем обновлении эти точки станут бизнесами. В принципе, на этом можно заканчивать видео. Не забывайте, что все нововведения вы сможете посмотреть в нашей официальной группе ВКонтакте. Не забывайте, что каждый месяц наша команда выпускает новые обновления, и мы надеемся, что вы оцените это по достоинству. Также, по старой традиции, хочу поблагодарить вас от лица всей нашей команды. Желаем вам успехов на нашем проекте на всех серверах. Удачной вам игры! Скоро увидимся. Пока. Я один не понял, когда это выйдет вообще. Радмир на колени, пацаны, пишут, смотрите. Радмир на колени, сука. Радмир на колени. Ебать это, пацаны. А когда выйдет? Подождите, я вот что-то не понял. Когда? Но я что-то видос вообще не слышал про то, когда, типа, это все выйдет. Сейчас, давайте зайдем в ВК, я гляну. Может, там написано, но потому что по-другому никак. Ну, блин, я что-то реально не понял, когда оно выйдет. Я вроде так обрадовался, все понравилось, но когда выйдет, не услышал. Может, я что-то пропустил, конечно. Ну, что я могу сказать, пацаны? Мне, как бы, все понравилось, все классно, но я не понял, когда выйдет это все. Я реально этого не понял, но могу сказать одно, то что Амазинг отсосет, пацаны. Амазинг просто обратно будет сосать. И я люблю проект Амазинг, я люблю проект Родина, но как бы мне не хотелось бы, но, пацаны, Амазинг будет сосать все равно. Потому что, понимаете, на Амазинге ивент делают уже, ну сколько, 5 месяцев уже ивент делают. А Родина за, получается, сколько? За... год выпускает уже второе глобальное обновление, понимаете? Второе глобальное обновление за год. Родина. РП. Получается, сколько? Месяц назад они выпустили глобальное обновление. И вот выпускают еще глобальное обновление. Но это реально глобальное обновление, потому что очень много всего, пацаны. Очень много всего. И я могу сказать только одно. То, что если бы Родину не додосили, то Амазинг просто бы отсосал и не обогнал бы никогда по онлайну. Но, к сожалению, Родину додосили, и она сильно просел. Но выйдет глобальное обновление обратно, и все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока.